business. Let's go. We got that Coca-Cola bottle. Shake, shake, shake. We got that sugar. Do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby. Everywhere we go. Make it happen, mama. Rock and shake, shake, shake. Like, oh. Алина Насонова, хореограф нашего проекта. На нашем проекте Алина ищет талантливых танцоров, чтобы в дальнейшем работать с ними на студии. Татьяна Лутовина, член жюри, отвечающий за актерское мастерство. Уже 4 года Татьяна занимается режиссурой наших проектов. И вот она здесь, чтобы отобрать лучших актеров. Артем рассказывает, специалист по вокалу. В его арсенале такие масштабные номера, как All Around the World, Западная попури и так далее. В этом проекте Артем пришел за девочками для номера в Боди. Сергачев Роман, воспитатель в дошкольных образовательных учреждениях. В этом проекте Роман выбирает учителей от Бога. Вы спросите, зачем он в этом проекте? Просто потому, что в ИКИ есть такая специальность. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся на кастинге «Хочу в дебюты». И с вами я, Иван Ванечкин. Давайте поднимемся на 5-й этаж 5-го корпуса в Институт культуры и искусства. Сейчас участники нашей программы готовятся к жесткому отбору жюри. Давайте зайдем в самое сердце проекта и посмотрим на это. Воспитателя. И только лучшие из лучших прошли отборочный тур нашего проекта. Теперь им предстоят следующие испытания. Но прежде чем выйти на большую сцену, студент ИКИ должен освоить следующие правила. Придерживайся определенного дресс-кода.
странным. Кто там? Интригуй. У людей должен быть повод для обсуждения. Люби детей, ведь они цветы нашей жизни. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Джулис. Расскажите о себе, что вы будете показывать? Я в детстве занимался чечеткой. Помню, мать меня ведет. Я подскажу. И звук такой получился. Чечеточный. Ну, я и пошел на хореографию. Скажите, а как ваш настрой? Хороший настрой, я понимаю. Ну, пожелаем вам удачи. Всего вам доброго. До свидания. Случилось. Здесь все куплено. Ну а следующая участница готовится к выходу на сцену. У нас на очереди «Хочу Виагру».